семена свеклы несравненные А463 высевают в открытый грунт весной. Можно осуществлять посев в теплице. Рассаду свеклы несравненная А463 следует пикировать, чтобы расстояние между ней было до 25 см. Урожаи собирают уже через от 69 до 99 дней после появления первых всходов. Корнеплоды имеют округлую форму и темно-красный цвет. Масса достигает до 390 граммов, мякоть окрашена в темно-красный оттенок, прожилок нет. К достоинствам сорта семян свеклы несравненная А463 следует отнести их высокую урожайность, неприхотливость в уходе, возможность длительного хранения без потери вкусовых качеств. Свекла несравненная А463 – это травянистые. Свекла несравненная А463 имеет ультраранний спелый срок созревания. Его плоды созревают в месяц сентябрь. Плоды имеют массу от 167 до 385 грамм. Форма у плода плоская, плоско-округлая. Годом создания растений считается 1943.